Добрый день, зрители моего канала. Сегодня у нас небольшой обзор-модернизация данного набора с помощью блока GravyTap. Данный блочок вы видели под 4 мотора. Теперь небольшой, совершенно небольшой блок. Тот же GravyTap, но под 3 двигателя. Данный блочок имеет приемник на 4 канала и работает с пультом FSGT5 с шифрованием 2А. Это можно увидеть по хвостику. Этот блок на 3 канала, здесь на 4. Разницы никакой нету. В принципе, что здесь свет есть и что здесь. Однако есть кое-какие интересные наблюдения. Сейчас я вам попробую продемонстрировать. Пока это просто прототип, то есть еще ведутся доработки по данному блоку. Но можно уже что-то показать. Включаем пульт. То есть все работает замечательно. Все работает замечательно. Теперь кое-что покажу. Включаем мотор. Он у нас работает. Подключаем сюда мотор. Он тоже работает. А теперь смотрите внимательно. Выставляем наши моторчики одинаково, ставим. Нажимаем газ. В данных моторах стоят разные редуктора. Поэтому у данного мотора будет больше крутящий момент, а у данного мотора будет больше скорость. Поэтому здесь можно будет, соответственно, выбрать, что вам интересней. Также в данном блоке реализована функция микширования. То есть при нажатии на газ крутится два мотора. И, соответственно, в разные стороны. Как угодно. Напряжение тут также меняется. Можно увидеть, как оно будет увеличиваться скорость. Вот при росте напряжения. Вот полный газ. То есть вот при 9 вольтах скорость вращения. И при 14. Ну, теперь посмотрим, что может данный блок. Соответственно, ставим. Перед, зад. Пока выключаем, выведем разъемы на ту сторону.
блок практически не при... модель практически не претерпела никаких доработок. Единственное, можно ошибиться, ставить право или вперед-назад, то есть управление. Но если что, поменять можно. В остальном все остается так же, как и было. Сзади на один фиксатор провода. Сюда тоже. И здесь два фиксатора. Закрываем модельку. Главное, чтобы гусянку не затянуло провода. И здесь дополнительный крепеж, чтобы крышка не открывалась, так как модель очень скоростная получается. Так. Вот такая модель. Обновление. Управление с пульта. Ну, можно любой другой пульт. Просто в зависимости от приемника. Поехали. Сейчас здесь стоит немножко некорректное управление. Но это не страшно. Право-лево мотор не на местах стоят. Все от одного пульта. Вот такой получился у нас сегодня обзор. Ну, опять же, подчеркну, это прототип. Есть над чем поработать. Над разъемами. Над формой блока, может быть. Потому что можно, в принципе, и здесь поставить микширование. На трехканальном то же самое. Все в процессе. На этом все. Всем спасибо, всем хорошего выходных.